Масленица пришла, отворяй ворота. В досугово-эстетическом центре наследия, как в гостеприимной русской избе. Гостей всегда полон дом. Веселый Петрушка и его друг скоморох Ватрушка предлагают ребятам шуточные конкурсы и веселые задания. На Масленицу позвали даже медведя, который проснулся после зимней спячки и пустился в пляс. Конечно, чтобы гости не скучали, ребята получили и от Мишки задания, с которыми мальчишки-девчонки справились на отлично. Живет ли здесь у нас волк? Точно. А живет ли здесь у нас жирафа? Не живет. В досугово-эстетическом центре наследия никогда не бывает скучно. И к Масленице, как и к любому другому празднику, здесь готовят заранее большую программу гуляний, чтобы было весело, залихватски и задорно. Гости узнают, какое название имеет каждый день масленичной недели, чем он характерен. Также в программе мастер-классы, игры и уличные затеи. Не случайно название нашего учреждения – наследие, поэтому мы стараемся довести до детей, рассказать им, погрузить их в атмосферу празднования, традиционного празднования на Руси вот этих масленичных гуляний. Только на эту масленицу в Центр наследия поступили заявки от 14 групп, как правило, из близлежащих школ. Заглянули на блины в Сергиев Посад и гости из других городов. На масленичной неделе праздник побывал и в Центре поддержки детей с инвалидностью «Время надежды», и в Сергиево-Посадском центре «Семья». Мало того, нам даже не хватило масленичной недели, и мы начали праздновать масленицу аж с 29 февраля. И вот каждый день здесь, в Центре наследия, в этих стенах, звучат масленичные заклички, поются песни, пахнет блинами. Еще не поздно в ДЭЦ наследия полюбоваться целой коллекцией новоиспеченных чучел масленицы. Все эти куклы, а их почти 5 десятков, участницы открытого конкурса декоративно-прикладного творчества «Масленица-боярыня всему посаду». Саду Государыня. Он проходил с 5 февраля по 5 марта. Свои работы на конкурс предоставили Сергиев Посад и Пересвет, Ремаш и Лоза, Силковый Мостовик, Федорцовые Березняки, Марина и Торгашино, поселок Заречный. Наталья Артемова, Михаил Жучков, Сергей Власов. День города.